Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Андромаха – в древнегреческой мифологии дочь Этиона, родом из Фив Плакийских, либо дочь Андремона, супруга Гектора, вождя троянцев в их войне с греками, мать Астианакта, именуется внучкой Дардана. Андромаха родилась в Фивах Плакийских, в городе, который позже Ахилл разграбил, убил ее отца Этиона и семерых братьев. Вскоре после этого ее мать скончалась от болезни. Андромаху взял в жены троянский принц Гектор, привезший бесчисленные свадебные подарки. Гомер в Илиаде изображает Андромаху любящей и верной женой Гектора. После гибели мужа, взятия Трои и убийства Астианакта ахейцами, Андромаха осталась совсем одна. Ее взял к себе рабыней и наложницей сын Ахилла, Неоптолем. Она родила сыновей Молоса, Пиела и Пергам, либо одного Амфиала, по Еврипиду одного Молоса. В Андромахе Еврипида ее с ребенком едва не убивает жена Неоптолема, дочь Елены по имени Гермиона. После смерти Неоптолема стала женой Гелена, брата Гектора. После его смерти вместе с сыном Пергамом отправилась в Азию. После открытия Хеттского царства образ Андромахи стал вызывать полемику среди историков в системе отношений между Троем и Хеттским царством. Российские исследователи Гиндин и Цимбурский называют ее Киликийской царевной. Вот так вкратце из Википедии о Андромахе, персонаже древнегреческой мифологии. Пока-пока, до свидания.